Анонс и точная дата выхода 59-й серии турецкого сериала «Кровавые цветы». 59-я серия сериала выйдет в эфир 17 марта. В новой серии мы увидим, как Дилан решительно настроена. Отец Кудрет поправится. Дилан уже нечего терять, ведь в худшем случае ее снова выгонят из дома и оскорбят. Поэтому Кудрет начинает действовать в интересах отца. Дилан продолжает доминировать по поводу лекарств. Но ее слова не принимаются во внимание. Клан Карабеев, у которых есть только своя правда, оставил безответными усилия нового врача Дилан. Но рано или поздно они прислушиваются к ее словам. Азаде не слышала разговора Хасана с Джевдетом. Но этого и следовало ожидать. Обман Хасана до поры до времени не будет легко раскрыт. Злодеи будут продолжать свое зло до конца. Нам бы хотелось, чтобы Кудрет пожал руку барану после его слез. Но после угроз Хасана тот сделал шаг назад. Если он заметит крошечный огонек от Кудрета, баран сделает эту работу тихо. Потому что он не захочет расстраивать свою семью, снова заставит их надеяться. Таким образом, Кудрет Хасан может войти в быстрый процесс исцеления, сам того не осознавая. Когда Дилан не удается убедить барана, он начинает применять свои собственные методы. Она скажет барану, что тот прав, и тихо отойдет в сторону. Она позвонит в необходимые места и, возможно, изменит лекарство отца Кудрета. Таким образом, Дилан начнет наблюдать за тем, есть ли прогресс. Дарья, с другой стороны, пребывает в своих собственных страданиях. Человек, которого она пыталась преследовать, Дилан, в конце концов запутался сам. Этот человек начал вымогать у Дарьи деньги своими угрозами. Дарья начнет тонуть все больше и больше, чтобы избавиться от этого человека. 59-я серия сериала выйдет в эфир 17 марта. Если вам нравится сериал, и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.